Впервые в Реутове на стадионе «Старт» под эгидой казачества проводились соревнования по служебному собаководству. Несмотря на отвратительную погоду, турнир получился интересным, и немногочисленные зрители не расходились до самого конца. Соревнования начались с показательных выступлений. Трио овчарок продемонстрировало исключительную слаженность и отменное послушание. Но где вы еще увидите, чтобы собака так нежно обращалась с кошкой? Только в цирке. Первое упражнение соревнований на послушание. Не у всех все получилось, но в целом уровень был неплохим. Второе упражнение было более зрелищным. Сначала нужно было задержать условного преступника, а потом задача усложнялась, и преступников было уже двое, причем один из них нападал на хозяина. Овчарки и ризеншнауцер подтвердили свою репутацию отличных защитников. А вот бультерьер, несмотря на устрашающий вид, оказался добрейшим существом, никак не хотевшим кусаться. Подводил итоги и награждал победителей депутат городской думы, атаман казачьего войска города Реутова Черняев Михаил Григорьевич. После церемонии награждения Михаил Григорьевич ответил на несколько наших вопросов. Дорогие друзья, реутовчане, земляки, сегодня в нашем городе впервые проводятся соревнования от такого масштаба, как соревнования по рабочим собакам. Дорогие друзья, я хотел бы подчеркнуть вот что. Под эгидом казачества в нашем городе проводится уже не одно мероприятие. И я думаю, что эти мероприятия, эти соревнования, кружки и так далее будут проводиться ежегодно. Значит, у нас в казачестве, значит, есть кинологический клуб. В этом кинологическом клубе у нас есть свои собаки, которые работают на взрывчатку и на наркотики. Сейчас строятся, значит, вольеры, значит, и я думаю, что в этом клубе будет, ну, несколько у нас собак, которые мы будем готовить и для МВД Российской Федерации, и, значит, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Что ж, казачество не раз выручало Россию, и сейчас реутовские казаки делают большое и нужное дело. Охрана порядка и защита наших детей от наркотиков – задача не из легких. И теперь рядом с ними будут нести службу их четвероногие друзья.